nickels, one dime, a dip spot of a dollar. We've got the show if you've got the dime. It's just starting. So hurry, hurry, look them over, the lady without a head. There are thin ones, there are fat ones, they're all inside. Now watch on my wrist, fuck, waiting for when the time's right. And these coronas got me addicted to limelight. Head's turning, girl, you're burning right through my eyesight. Like texting myself, you're looking like my type. Pussy on my mind, doc said I need a CAT scan. For you garbage rappers, I brought my trash can. Tattoo on my fist just to give the world a backhand. Addicted to the spotlight like a white girl with a bad tan. I'm on fire and burning, fuck anybody concerning with what I'm wearing or earning. On any track they get murdered. I murder beats like click clack and throw away the burner. I'm the motherfucking best you ever heard of. Turn up, take two shots like you at the free throw, and bring it back like we watching TiVo. I love the way you twerking to the beat though. It's the same thing everywhere that we go. Hold up. It's the same thing everywhere that we go. Hold up. It's the same thing everywhere that we go. Hold up. They're all inside. Сегодня я хочу рассказать про свою любимую машинку. Я ее купила уже 4 месяца назад. И вот в течение 4 месяцев хочу вот вообще рассказать, как довольна я ей или нет. Первое, что я хочу сказать, что машина — это лучшая машина вообще, что когда у меня когда-то была. У меня было Peugeot 207, потом Жук, Nissan Жук, Kia Sportage и вот эта малышка. Это лучшая вообще машина. Во-первых, это первая машина на автомате у меня. Она просто летает для меня. Летает как ураган, только стоит нажать на газ. Мы очень долго вообще выбирали мне машину. Мы склонялись и к Мерседесам, и к Ланджеровером, в общем, ко всем маркам. Потому что я хотела какую-то уже марку такую повыше. Не то, что у меня были. Выбирали очень долго, около года, наверное. И вообще смотрели их шестые, бензиновые смотрели. И вот просто удача. Мы просто открыли объявление и посмотрели, что продается эта красавица по приемлемой цене. В общем, мы сразу же поехали ее смотреть. Нам понравилось все. Это дизельная машина. 2008 год. Они варьируются где-то, ну, дизельные от миллиона, миллион, там, даже за 300, за 4, миллион 300-400, да, есть. У нее получается и темный потолок, и кожа. Ставки идут под дерево, не пластик какие-то там, вот это стрёмные. Еще что нас очень привлекло, что здесь идет М-обвес, но он идет дорестайлинговый, но, конечно, с М-обвесом она смотрится намного круче. Мы с ней, как видели, ее сразу просто влюбились. У нее диски идут, то есть это вообще они оригинальные еще, как бы с 2008 года, хорошо сохранились. И получается и рулем идет, и разноширокие колеса у нее, задние идут, то есть широкие. Это получается максимальная комплектация, кроме люка. У нее идет пневмоподвеска задняя, то есть на трассе, на скорости она приседает и, в общем, гонит еще круче. Как бы уже проверяли, как бы классно вообще. Лучше за такие вот деньги, лучше тачку не найти. И многие, кто пишут и говорят, что BMW говно, как бы, во-первых, вы, наверное, на них не ездили, а если вы ездили, то вы ездили на каких-нибудь ведрах дешевых, которые вы брали по самой минимальной цене. Если взять такую тачку, я не знаю, за 900, за 800, за 700 тысяч с дизелем, вы реально, кто вам будет нормальную тачку с такие деньги продавать? Да никто. Нормально продавать ее не будет, потому что там будет одно говно. И вы, конечно же, купите ее на последние деньги, и у вас возможности не будет ее обслуживать. Естественно, вы будете ее обсирать. А если взять машину дороже, то есть за ней следили, машина ухоженная, нигде ничего не потрепанная, как бы и цена соответствующая получается. Ну и вкладывать ты в нее будешь минимальное. Как бы естественно, что год такой, все что-то будет немножечко изнашиваться. Но а что вы возьмете за 1 200 000? Какую марку? Да никакой марки вы нормально не возьмете.
Hyundai, Sportage, Kia, вот эти вот, ну, как бы сравнивать, это даже несравнимо. То ли вы будете на какой-то Kia ездить, то ли вы на крутой бэхе будете ездить. Поэтому, конечно, решать вам, но за такие деньги нормальную тачку нормальной марки не взять. Поэтому я считаю, что ни хрена BMW не говно, если взять ее за нормальные деньги и, естественно, любить машинку. То, что я ее нахваливаю, у меня созрел такой вопрос. Пожалуйста, вот, может быть, я просто не знаю. Напишите мне в комментариях, какую бы вы бы тачку бы нормальной бы фирмы, нормальной фирмы, нормальной марки бы взяли бы за 1 200 000. Ну вот какую? Ну если брать эту машину 10-11 года, там ценник ближе к двушке, как бы это тоже до хрена. И если взять ее ближе к двушке, не факт, что у нее не вылезут никакие болячки. Тоже так же там может у нее что-то сломаться там и с автоматом, и с мотором, там еще что-то, как бы какие-то там косячки могут вылезти. Вот, поэтому я считаю, что ну, для этого года цена нормальная, но зато и состояние хорошее. Поэтому пишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто вообще может быть такой продвинутый и крутой. Напишите мне, какую можно машину нормальной марки взять с нормального года. Может быть, просто я не знаю, я вас послушаю и там прислушаюсь за 1 200 000. Ну, какую? Посоветуйте, пожалуйста. И мне будет очень интересно почитать. Ну, в итоге один косячок у нас был, когда мы ее купили. Мы проехали на ней, ну, я не знаю, сколько дней мы покатались. Мы едем, и у нас, короче, высветилась ошибка, что у нас сдувается, колесо сдувается, что нам нужно ехать в сервис. В общем, мы вышли, посмотрели, как бы, все было в порядке. Ну, наверное, глюканул, типа, там, электрика не супер у BMW. Ну, в общем, приехали домой, все поставили, машину утром я прихожу. В общем, заднее колесо было сдуто полностью, спущено. Ну, короче, там протерлась, ну, резина, в общем, то, что минус, ну, как бы нас и предупреждали, что минус будет эта резина. Ну, конечно, хотели немножко подольше покататься на этой резине, но не получилось, поэтому пришлось менять полностью. 50-60-70 тысяч можно купить нормальные колеса, вот мы купили летние, ездит без проблем. А сейчас вам покажу, что внутри у этой красавицы. В общем, что мне еще понравилось, когда у меня были машины, у меня были маленькие вот эти вот зеркала боковые, а здесь они большие, то есть видно все. Это мне очень понравилось. Комплектация, здесь все, кожа идет, здесь деревянные вставочки, вот эти вот под всякие мелочи тоже достаточно вместительные. Здесь всяких много кнопочек, которых я даже не разбиралась. Я знаю, что нужно нажимать на единичку, тогда оно... Кресло сделайте так, как надо мне. И руль поднимется, и сразу зеркала все опускают. То есть, как вот мне надо, они сразу все делают. Я ставлю на единичку. Так, здесь вот эти вот еще есть штучки. Такие вот очень удобные. Под ноги, под коленки тоже очень классные. Кожа хорошая. Вот здесь тоже все вот так вот делается. Долго не знали, как это сделать, а в итоге они просто вот так вот вручную сжимаются. Тоже очень удобно и круто. Здесь идет полностью черное, все черное, потолок черный, и вот это все черное, в общем, короче, ну круто. Дисплей большой, у некоторых есть мелкие дисплеи, здесь большой дисплей, тоже плюс. Долго разбирались, как открывать бардачок, особенно я, внизу кнопочка, короче, бардачок очень глубокий, здесь чуть сидит чейнджер, короче, под всякие диски, музыку, слушай. Еще здесь плюс. Есть Bluetooth, здесь есть, то есть, хотя многие говорили, что типа в 2008 году нет Bluetooth, что ты не сможешь разговаривать по телефону. На задних сиденьях тоже сидеть очень удобно, там место, в принципе, просторно, хорошо. И, ну, 3 человека может сесть, там подстаканники есть, тоже прикольно. А сейчас вам покажу, что под капотом этой машинки, и покажу, какой багажник по вместимости. Еще здесь есть электродоводчик-багажник, то есть ты чуть-чуть его закрываешь, и он до конца закрывается сам. Кнопка на... Здесь есть тоже багажник открывается, и в салоне есть специальная кнопочка, открываешь, и он приоткрывает немножко багажник, чтобы его было легче открыть. Сейчас мы открываем багажник и капот. Что у нас здесь за багажник? В общем, открывается легко насчет кнопочки. Здесь шторка, тоже плюс. Здесь тоже, естественно, все черное. Багажник очень большой. Тут у меня пледик. Я берегу свою машинку. И здесь открывается. То есть очень удобно продукты запихивать. То есть не надо вверх поднимать их сразу туда. Хоп-хоп, закидываешь. Очень удобно. А тут у нас запаска и какие-то, в общем, штуки.
считаю. Мне вообще нафиг не нужны. Не. Пойдемте капот посмотрим, что там. Лошадей у нее за 200. Открывается он вот так вот, марка соответствующая. Здесь у нас что? Здесь я ничего не понимаю. Но я знаю, что, короче, где-то 230 лошадиных сил сюда заливает жидкость, и все. Остальное не для меня. Я же девочка. Так, закрывать надо посильнее. Все, да? Уже закрыл. Вот цвет оригинальный, короче, крутой, не просто чисто черный такой. Здесь черный, и он как хамелеон. И на солнце, на свету он переливает синеву. А если где-то в темноте, то она прям чисто черная смотрится. Короче, цвет охрененный. Ну, естественно, как бы там все у нас затонировано. Ну, кроме передних. Ну, в итоге, что я хочу сказать, что BMW X5, это, ну, крутая тачка. Она, конечно, смотрится, ну, естественно, на нее надо хорошие диски ставить, большие, как бы, радиусы, чтобы она смотрелась круто, люди оборачиваются, все равно люди смотрят, хоть и год такой, но она крутая. В итоге я хочу сказать, что надо брать, если вы хотите, вам нравится эта тачка, надо брать, но выбирать надо тщательно и смотреть на сумму. Если дешево, лучше, ну, не факт, лучше уж, конечно, взять чуть-чуть подороже, но ее, естественно, просмотреть, потому что бывает и ценник поднимут. На самом деле все развалины. Короче, тачка огонь, надо брать. Это лучшая машина, которая у меня была. Я просто ее люблю, она охрененная. Всем желаю ездить только на BMW. С вами была я. Всем пока. Letting the scouts outside, we running the scouts. Ain't no control in the game, they never leave. I got tats over my face, cause that's what I bleed. She drink a lot of the bourbon, and she from the streets. We got control of the flows and we heard that your wave went dry, we flooding the drought. Heard of your hood outside, we adding some routes. We having the goods outside, moving in and out. You letting the scouts outside. We running the scouts. Nigga, the cops outside, like I'm the house.